Привет, горчица! Привет! А что это ты ешь? Самый вкусный на свете эклер. Ого! А дай нам, пожалуйста, попробовать. Не дам. Если хотите, купите себе сами. Эклер продается в буфете. А буфет находится в картинной галерее. Ам-ням-ням. Всем привет! С вами Диана. И вы на канале Капитан Ди. В мультике «Три кота» котята прошли целый квест, чтобы найти эклеры. Сегодня мы их приготовим сами. И поверьте, они будут вкуснее, чем в мультике. Прежде чем мы начнем готовить, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Для теста нам понадобится вода, мука, сливочное масло и яйца. А для начинки нам понадобится молоко, сахарный песок, мука, шоколадка, ванилин, сливочное масло и яйца. Смешиваем воду с маслом и ставим на огонь. Добавляем муку и размешиваем. Снимаем с плиты и даем тесту немного остыть. Добавляем яйца по очереди и размешиваем. Наполнили шприц тестом и выкладываем форму на 1/4. Ставим в духовку на 180 градусов. На 30-40 минут до готовности. Духовку желательно не открывать. Пока эклеры готовятся в духовке, мы сделаем заварной крем. Соединяем сахар, муку, ванилин и яйца. И взбиваем. Понемногу добавляем молоко и размешиваем. Ставим на небольшой огонь и непрерывно размешиваем. В горячую массу добавляем сливочное масло. Накрыли пленкой заварной крем. Пленка легла прямо на поверхность крема, чтобы не образовалась корочка. Крем остывает при комнатной температуре. Наши эклеры остыли. Перекладываем их на тарелку. Заполняем наши эклеры кремом. В шоколад добавляем 2 столовые ложки молока. Мы растопили шоколад. Польем шоколадом наши эклеры. В музей надо ходить, не в буфет за эклерами. Эклеры нужно готовить самим. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Всем пока-пока! Это и правда самые вкусные эклеры на свете. Да, не зря мы сюда пришли.